я, сколько у вас это потрясающе. Приветствую вас на грандиознейшем открытии фестиваля НУР. Это потрясающее событие. Я очень рад оказаться сегодня в городе, где процветает медиа-арт. И на самом деле это неудивительно, ведь здесь именно он зародился. Это был первый город России, где люди, пионеры этого искусства, развивали это. И вот завтра вы уже видите миллионы инсталляций, которые подготовили для вас ребята, организаторы фестиваля НУР. Это счастье жить в таком городе, и счастье для меня оказаться здесь. И несмотря на погоду, мы все здесь, и мне не терпится начать и показать вам, что мы сегодня приготовили для вас. Спасибо. Thank you.
городе, в каждом месте моя музыка раскрывается по-новому. Никогда я еще не играл на стройке. Здесь очень уютно, на самом деле. Я вот пока думал, мне кажется, я придумал новый какой-то апгрейд для рояля. Обязательно надо сделать версию с подогревом клавиш. Мне кажется, это будет очень популярно. Потихонечку от, как ее называют, неоклассической, хотя мне больше нравится название неоромантизм, будем переходить к электронным композициям, потому что электронную музыку я обожаю, она мне очень близка. Потихонечку начнем вплетать разные аналоговые синтезаторы сюда. И продолжаем, друзья. Спасибо вам огромное. Хочу отметить еще студию «Радуг Дизайн». Потрясающая инсталляция, на мой взгляд. Вам понравилось?
Очень круто, очень круто. И с ребятами из Red Design у меня связывают очень теплые воспоминания, когда мы с ними в Швеции сделали шоу в нереальном зале, такой королевской ратуши в Стокгольме, в зале, где каждый год вручают Нобелевскую премию, и построили с ними громадную стелу, и мне кажется, именно тогда у меня какое-то зародилось невероятное ощущение любви к медиа-арту, то, что после этого, наверное, я не делал еще ни один обычный концерт, и всегда стараюсь совместить это с какими-то визуальными технологиями, с чем-то ярким, интересным, глубоким. В общем, это синестезия, да, такое понятие, когда мы соединяем каких-то два органа восприятия, слух и зрение, вкус и обоняние. И сейчас, на самом деле, то, что делает фестиваль Нур, это именно так, где сочетаются звук, картинка, это все еще больше развивает наш мозг, и, по-моему, это все очень интересно. Продолжаем, ребята, спасибо. Thank you.
конечно, не заканчиваем. На самом деле, мне кажется, вот даже дирижер замерз. Точнее, он у нас был скрипачом, да, но мне кажется, сейчас он будет дирижером. Мы очень все любим электронную музыку и хотели бы сейчас продолжить немножко чем-то более бодрым, потому что точно надо согреваться, да? Вы готовы? А ты готов? Ты готов, да? Тогда поехали.
Спасибо, Казань, вы лучшие. Это был я, Никола Мельников. И LS Orchestra. Друзья, давайте, поднимайтесь, поклонитесь, друзья. Дамы и господа, оркестр LS Orchestra под руководством Леонида Сирикина и Никола Мельников. Ваши аплодисменты для них.